тяжелый. 30 килограмм. Это дистанционное управление, чтобы он далеко с ним не езжал, но и потом. А на какой дистанции получается? Ну, 50 метров где-то он берет. Ну, заводит он так, как бензопила. Вот регулировка этого газа, ну, чтобы он не гонял тут с бешеной скоростью. А, вот это? Да, откручивает и подвижет. А это тормозал, да? Да, да, вот это передний, вот. А это задний. Это стояночка, вот, поселение. Масло заливайте вот столько бензина, даже пока чуть-чуть меньше, примерно вот столько, а остальное все масло, вот до этой отметки. А масло какое покупать надо? Для двухтактных двигателей. Ну, как бензокосилка, вот это точно такая же штука. Вот зарядное устройство. Ага, а куда его? Вот, смотрите с той стороны. Смотрите, чтобы оно было закрыто. А то сам грязь попадет. И вот это тоже глушилка. Но ее на пояс или на руку вот так. Она выскакивает. Все, двигатель остановился. Вот. Масло я вам показал, как эту показал.